Вот такое сердце легендарного Паджерика. 87-го года. Итак, ребята, сегодня есть у меня отличная возможность показать вам Mitsubishi Pajero 1987 года. Мне кажется, это эксклюзив, потому что таких машин осталось мало, и любителей таких машин осталось мало. То есть все сейчас хотят себе купить всякие новомодные там внедорожники, без рессор, без ничего, и мучаться. Но настоящий аппарат — это во! Мне кажется, со мной многие согласятся. Давайте начнем с подкапотки. Тут двигатель 2.5, 4 цилиндра, дизель, турбированный. Вон, если что, турбина. Точнее, она вот здесь, извиняюсь. Вон турбина. То есть, ребят, немного по характеристикам. Смотрите, здесь есть как бы кондиционер. Здесь есть в салоне много всяких приблуд полезных для человека, которые делали в 87-м году, но почему-то на АвтоВАЗе не могут сделать в 2023-м. Смотрите, здесь внизу есть такая штука. Давайте так, вот этот рычаг. Он, значит, регулируешь по весу. И вот этот механизм, он как бы подстраивается. Давайте присяду. Просто чисто скажу. Так. Опа. Посадка прикольная. Руль, скорее всего, да, мененный, не родной. Какой-то стоит. Вот, посмотрите. У нас автомат. Движок мененный. Коробка мененная. Но в целом машина достойно выглядит для 35-летней машины. Давайте пойдем дальше. Значит, естественно, у нас машина рамная на рессорах.